Сейчас, ребят, начнется веселье. Ребята, кто играет? Блин, не записать? Я играю. Я вторая. Играю печеньку. Все, я. Путана сделала свой выбор. Блин, жалко то, что отключили то, что ночью нельзя говорить, правда, до этого было веселее. Ничего, сейчас посмотрим, насколько будет весело. Начнем. Мафия все еще не сойдутся в решении, на них спор. Ладно. Так, смотрите, у нас играет в данной ситуации 13 человек. А, получается, тот-то модератор, он как бы это делает, переписывается в личке. Мафии там со всеми этими. Все понятно. Блин, написал я, конечно, в юниперской ветке, конечно, да. Джонни, иди деньги, лол, я коров. Носи, хи-хи-хи-хи-хи, фак какой-нибудь, ну лол. До этого было много угар, конечно, но ладно. Еще посмотрим. Да, отыграл. Куки, тебя посетила путана. Так что, молчание. Запускать, с кем был Чупа-Чупс. Кем был Чупик? Он был сладеньким. Комиссар наведался к обычному человеку, к сожалению. Мирному гражданину. Чупс? Мирный житель? А, ну... Голосование. Судите сначала. Я голосую за печеньку. Да, вот. Опять печеньку зря убивать. Я ее не убиваю. Печенька без обид, окей? Просто, знаешь, если много раз попадать в одну и ту же мишень, ты все равно когда-нибудь попадешь. Вот сейчас я пытаюсь сделать примерно то же самое. Кстати, да, доктора забыли. Да. Что доктор делал? Доктор посетил одного человека по имени Крогер. У него был запор. Отвалили. Говорите, что доктор делал, если он человека не спас-то. Мафия-то убила, а доктор не спас. Вот она не спасла. Ну, смысл тогда о докторе говорить? Он же все-таки посетил человека. Может, у него какая-то была проблема? Да ты там спал спокойно. А доктор в какой части? В случае не венеролог там или нет? Возможно. Возможно. Он за Куки большинство голосов. Куки, сорян. Да, Куки. Ты был большим гражданином, и ты погиб в мирном бою. Меня, вот инфосотка. Да обычно не убивал. Куки слили, да? Да. Куки в тишине, да, пожалуйста. Да, да. А кто он был? Обычно гражданин. Блин. Куки, прости. Наступает ночь, господа. Мафия, делайте свой выбор. Пусть будет Леня. От какого-нибудь Несси. Пусть будет Несси. В прошлом раунде он был мафией, значит, большинство выбирает, что в этом он не будет мафией. Хотя, кто знает. Что же, ждем. Теперь я не буду томить вас ожиданиями. Чтобы вы не забыли, я Мамору, и рад приветствовать вас на своем канале. Ставьте лайки и подписывайтесь, комментируйте. Не забывайте. Всем тортик. А мы тем временем продолжаем играть в такую увлекательную игру, как мафия. На таком увлекательном сервере в Red Call Fire Fun Face. Что ж, продолжаем. Я сразу пропущу ночь, чтобы не томить вас ожиданиями.
Был вопрос, может ли себя доктором лечить? По-моему, можно. Эгоист, а не доктор. Вот. Ну, много так много. Кто задавал вопрос насчет доктора? Доктор-то как на карте. Сам ширяет. К сожалению, тебя убила мафия. А нет, он был путан, к сожалению, он успел дойти до Несси, и Несси попал под его влияние. Лол, я же говорю, меня убьют в этом раунде. Комиссар наведал обычного гражданина. Да, просто. Просто к Несси пришла дохлая путана, вообще зашибись. Он успел дойти на месте, через снайперскую винтовку на большом расстоянии, и ее убили. Тогда еще хуже. Уж лучше мертвая путана пришла сразу. Заказывали подешевле. Да, Тина все равно дошла. Делайте свой выбор, кто что имеется. Давайте. Опять меня убивают. Ну, как всегда, мы с Крогером обменялись. Ну да, да, да. Ой, ну все, ну. Прощай. Ну гг. Чем больше шанс, тем больше шанс тебя кикнуть. Че, Крогер все-таки пробыто. Да, помоги, путаны пошли. Ну все. Это уже ясно. Куитиз, Мамору, Путаны. Да, прощайся. Я был Путаны. Тут другой здесь. Куитиз пока что получает весь удар. Ну все, Куитиз уже огреб и уходит. Так что получается, был убит обычный гражданин. Вы промахнулись. Ой. Вы всех мирных перебьете. Походу Кроги. А это того. Есть такой раз. Так, увидите, за нам убили. Наступает ночь. Мафия выбирает новую цель. Интересно, может ли дохлая путань на кого-нибудь забрать? Мало ли. Уже наступает день. Шо? Так он. Но Максим не дожил до этого дня. Максим убили, да? Комиссар наведался к доктору. Доктор наведался к Лукасу. У него оказался запор. Какой-то напасть на этот город. Бывает. Может, я не знаю, до Крогера? Давай, давай. Он так кьюти заслил. А, вот ты как. Ну, давай. Давай. У нас теперь борьба против ёжика и Крогера. Кто же выиграет? Лёня. Чё-то ёжика хотят. Прощай, Лёня. Я так понимаю, это был последний выбор. К сожалению, мафия покидает данное поселение. Надо было молчать мне больше. Месси в чат. Блин. Уронил телефон. Да, кстати, Несси, верните. Спасибо, что напомнили. Зачем меня под путаной похоронили? Нет. Не хранились. Как к нему путана пришла и все. Жал наступает ночь все-таки. Дашу пытались застрелить. Но когда Дашу пытались застрелить, доктор успел вовремя, и Даша остается жить. Комиссар наведался к одной из мафий. Ему удачная вещь, но ему пришлось бежать. Мафия оказалась немножечко сильнее. В смысле? Да, это Крогер и Лукс. Интрига, давай. Делайте свои выборы, кого будете сегодня казнить в этот день. Интересно. Так сделаем. Король печенек пришел. Крогер, Лукс. Походу я знаю, кто на следующий день умрет. Джукс. Действительно, уже слишком много подозрений. Я понимаю.
ёбан. Скоро уже мафия повесит совсем. И три пока. Давай. 3-3. Решающий был нужен. Невозможно. Это же правосудие будет. Нас всего 6, я голосовал за Крокера. Получается 3-3 как раз таки. Ближайший голос для Жени. Давай, Женя. Женя, ты будешь решать жизнь того или другого человека. Сондрис приголосовал, значит выгоняем. Все-таки Локус. Прощай, Локус. Если Локус умирает, значит побеждает обычный город. Так, вот, ребята. Поздравления. Второй раз Крокер вытаскивает вас. Это как отделил... Спасибо тебе, хорошо Сондрис. Шли, так хорошо шли, да что ж вот. Ставить лайки, надо подписываться, комментировать. С вами был Мамору. Не забывайте также подписаться на мой канал, ссылка будет непосредственно в описании. Если вам нравится игра в мафию, то непосредственно поставьте свои жирные пальцы вверх. Прям большие-большие. Ну все, всем удачи, всем пока.